Привет, парни, со сдушительного гаража. В сегодняшнем видео к нам приехал в гараж опять мой знакомый на своем Hyundai Getz. Будем мы менять с ним комплект свечей NGK. Уважаю эту фирму, сам на ней езжу. А также комплект ремней генератора, кондиционера и гидроусилителя. Здесь их три. Вот. Также будем менять аккумулятор, так как он уже из последних сил заводит эту машину. И испробуем новый домкрат. Итак, поехали. Так, ну что, для начала нам надо открутить верхнюю крышку. Свеча зажигания у нас находится здесь. Итак, это не самая сложная операция. Я надеюсь, это ничего не сорвет. Хочу напомнить, что Рома сопротивлялся при замене свечей. Так. Нужно большая аккуратность, чтобы снимать. Что? Идете, не идете. За провод нельзя тянуть. Оп, отлично. Опасность миновала. Здесь мы перепутаем. На всякий случай можно залить в обложку. Можно попробовать сразу открутить. Да ладно, они что, вообще не зажаты? Офигеть. Кто-то зажимает. Что за мастер-перту? Опа. Ну, слушай, вполне еще нормальные свечи. Можно было ездить. Хм. Вот такая вот свеча. Я думаю, будет пострашнее. Ну вот, как я говорил, видите, вот этот налет по пробитию. Тоже, в принципе, допустимо еще. Еще нормально. Не страшненькие свечи еще. Могли бы поездить. Ну ладно. Менять их нужно не тогда, когда ломается, а строго по регламенту. Смотрите, что могу сказать, в чем разница. Вот свечи Денса, у них вот эта часть, где надевается ключ, гораздо толще, чем у NGK. Ну, в принципе, я думаю, это не сильно влияет. А так, одинаковые свечи, одноконтактные. И зазор уже здесь, конечно, больше гораздо. Я думаю, где-то на 0,1 миллиметра или 0,2 миллиметра. Ну, значительно больше. Не знаю, будет вам видно в сравнении. Фокус, фокус, фокус. Где там фокус? Есть фокус, нет, ну ладно, потом расскажете. Смотрите, что нам надо сделать. У нас на упаковке написано, что свечу нужно закрутить до упора от руки, после чего зажать ключом на 1/2, 2/3 части, то есть в этом промежутке. Итак, смотрите. Затянул я свечи, оттягивать нужно 25 ньютон на метр, можно 28, если есть динамический ключ. Либо же на упаковке написано, короче, на 1/2-2/3
две трети вытягивается после зажатия трубки. Ну что-то я попробовал, проверял. Получается, после такой затяжки шайба неравномерно подъезжала везде. И не было деформирована. Вообще пришлось после этого еще немного подтягивать. Где-то я добавил, я думаю, ну, две трети точно, наверное, может даже чуть больше. Получается оборота от того, что вот почти получился оборот. И тогда шайба, ну, когда шайба деформировалась равномерно, и видно, что она везде прилегает. Также нужно проверить вот здесь вот контакт, чтобы он был чистый и красивый. Но, в принципе, на свече все это было хорошо, но все равно здесь не будет лишним посмотреть туда. Потому что бывает, что здесь окись остается, и это не совсем хорошо влияет на работу двигателя. Так, ну что, поехали дальше. Да, также хочу напомнить, что свечи желательно нужно закручивать хотя бы на остывший двигатель, чтобы он не был постоянно. У нас как раз таки подождали, сколько времени прошло, как раз остыл. Сейчас у меня аккумулятор, а ремень чуть позже. Завтра, потому что спину скручивать вообще просто. Надо даже сниматься. Прикольная конструкция. Я сначала думал, что здесь нужна определенная клемма с болтом. Но потом я понял, что здесь все просто. Что-то снимается, называется новый клемм. Шестиного гаража. Наконец-таки отлежался со своей спиной на грелке. В общем, все нормально. И наконец-то мы добрались до наших ремней. Будем сегодня их менять. Тогда не получилось по здоровью. В общем, ничего, надеюсь, сложного здесь нету. ВДшку мы уже попрыскали. Она должна как раз трохи откиснуть. И я думаю, что все будет хорошо. Итак, поехали. Короче, один ремень мы уже сняли. Сейчас покажу. Этого надо сделать. Вот там вот. Короче, вот этот вот болт, он цепляется за вот эту вот хрень. Откручивается здесь, снизу там. И там снизу нужно приоткрутить второй болт генератора, чтобы он более-менее свободно двигался. Опускается натяжение ремня генератора, он снимается. А этот нужно вот таким вот макаром его натянуть и пытаться провернуть. Оп. Оп. Вот он соскочил. Все просто. И также, в принципе, будет устанавливаться. Ну вот смотрите, наши ремни, которые мы достали. Короче, вот этот ремень, наверное, миллиметра на 3 толще. Настолько вот этот вот ремень сточился уже. О, вот так вот, наверное. Вот видите, насколько ремень новый толще этого. Хотя вот эта часть, если вот так вот мы приложим, то они одинаковые. А также хочу обратить внимание, какие здесь трещины.
ключей. Ну, как бы основное это усилие на растяжение держит внутренняя оплетка. Но это уже вот показывает, что пора менять, чтобы не было случайной поломки где-нибудь на трассе за 100 километров от дома. Это в мусорку. Вот смотрите, то место, где должен стоять натяжитель. Вот. Сейчас, короче, мы его туда поставим, и потом зажмется ролик. Ну вот, у нас стоит ролик. Зажимаем два болта. Теперь будем натягивать ключом на 12 сам ролик. Бегают красавцы. Самое главное, не забудьте проверить их под нагрузкой.